В этом году в театральном форуме приняли участие коллективы со всей России и стран ближнего зарубежья. Перед началом торжественной церемонии награждения прошла пресс-конференция, в которой приняли участие актриса театра и кино Лариса Шахворостова, меценат, депутат Совета депутатов Вячеслав Киреев, представители районной администрации, известные деятели культуры, искусства и друзья руководителя форума Ольги Кабецкой. Только на Одинцовской земле это стало возможным, это правда. Потому что у нас интересно. Молодежь, потому что у нас есть административный ресурс, который нам помогает, это очень важно, потому что у нас есть прекрасные дома культуры, потому что у нас есть возможность развивать свое творчество. И вот мы создали такое фестивальное движение, которое не заканчивается никогда. Одинцовский район не остался в стороне. Мы подхватили веточку нашу. И с этой веточкой продолжение этого мероприятия сегодня на этой площадке мы открываем такое уникальное мероприятие, которым очень-очень гордимся. Это наш открытый всероссийский форум молодежных театральных коллективов «Взмах крыла». С приветственным словом ко всем собравшимся обратился и известный композитор Геннадий Гладков. Я счастлив, что я здесь познакомлюсь, благодаря Ольге Николаевне, с которой мы действительно давно знакомы, с талантливыми ребятами, настоящими, Одинцовского района, городского округа Одинцова. Большой концертный зал был полон. Яркую, насыщенную программу под названием «Весь мир театр» подготовили подопечные Ольги Кабецкой, актеры театра «Крылья» при участии театрального шоу-балета, детской хореографической школы «Гудвин» и инструментального трио «Вайт». Награды получили лучшие театральные коллективы форума «Взмах крыла», которые в течение этой недели показывают свои постановки на сцене в «Жаворонках». 10 февраля станет известно, какой коллектив удостоится главного приза – возможности представить свой спектакль на профессиональной сцене Московского театра под руководством Вячеслава Списивцева.